В новый учебный год в новую школу. Образовательное учреждение открыли 1 сентября в поселке Мирный. Перерезать ленту и поздравить школьников приехали глава городского округа и депутат Мособлдумы. Взволнованные родители, белые банты и букеты цветов, которые по размерам обгоняют самих новоиспеченных учеников. Это первая линейка в школе номер 51. Впереди следующий этап жизни, ведь школа – это больше, чем просто уроки. Школа – это друзья, это общение, это просто такая интересная жизнь. Я думаю, вы с этим познакомитесь. И я думаю, вы только зашли в эту школу, уже понравилось, а сейчас вы разойдетесь по классам. Я думаю, что у вас появятся новые друзья, новые увлечения, замечательные учителя. Но у вас впереди большое будущее. Вас ждут новые открытия, новые свершения. Вы, я уверен, принесете в нашу жизнь очень много хорошего. Я желаю всем первоклассникам влиться в этот замечательный, чудный коллектив и добиться самых высоких результатов. Единственная в микрорайоне школа снизила нагрузку с соседних образовательных учреждений. Самый старший класс здесь – 10-й. Я вам желаю, как классный руководитель, быстрой, успешной адаптации в нашей школе. Новое здание, учителя и классный руководитель. Бориса Бабкенова такие перемены не пугают и первоклассникам желает не бояться. Находясь в старшей школе, вспоминает, как 10 лет назад услышал первый звонок. Я очень радовался, я всегда говорил, что я пойду там в школу, буду учиться на пятерке. Но всегда вот как-то на позитиве всегда было. А потом, когда пошел в школу, уже понял, что будет нелегко. Первоклассникам пожелаю в первую очередь, чтобы они всегда хорошо учились. Напутственные слова первоклассникам сказали и другие ученики старшей школы. Это, несомненно, ответственное время для вас. Ведь вы переходите практически во вторую половину вашей жизни, после, конечно, детского сада. Школа – это для вас будет новый дом, новая семья. Первоклассникам в первую очередь хочется пожелать дружелюбного коллектива, чтобы они сразу же смогли освоиться в новом месте. Хочется, чтобы они взяли всю свою волю в кулак и шли уверенно все эти годы. Кто-то 9 лет, кто-то 11. Чтобы они блистали как звездочки и все, чтобы у них получалось. Я пожелаю им счастья и здоровья, чтобы они постоянно занимались спортом, учились хорошо. Первоклассникам я пожелаю всегда оставаться в здравом уме, не находить себе плохие компании, всегда оставаться при своем мнении, не ходить на поводу глупым людям. Всегда нужно слушать только себя, то, к чему у тебя лежит сердце, иди только туда. 26 классов, 730 детей будут учиться в нескольких корпусах. В зданиях расположены 3 спортзала, современные актовые залы и оборудованный пищеблок. А кабинеты укомплектованы так, чтобы обеспечить детей качественным образованием. Айтат Шчирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.